Уважаемые жители Северского района, просьба ко всем, оставайтесь дома в этот сложный вирусный период, когда вся планета находится под угрозой, и наша Россия. Просьба ко всем, общайтесь друг с другом по телефону, по любым видам связи, но будьте осторожны с этой вирусной инфекцией. Занимайтесь огородами, кого есть огороды. Дома есть работа во всех. Наводите порядок в гаражах. Сделайте профилактику автомашин своих, чтобы безопасно после окончания вирусного карантина этого выехать и безопасно ездить. Занимайтесь детьми, занимайтесь спортом. В этот период, на возникновение 9 мая, хочу поздравить всех с Днем Победы, с наступающим большим праздником. Желаю всем здоровья, благополучия и храни вас Бог.